Приветствую всех на своем канале, с вами Галина. Привезли соломы, купили два тюка. Выгрузили возле сарая. Муж едет еще за одним тюком. Загружают еще один тюк соломы. Соломы выписывали в колхозе. Один тюк стоит 30 рублей на белорусские деньги. Скатили еще один тюк. Все, трактор поехал, который нам привозил солому. Ну а солому мы выписывали для поросят на подстил. Будет нашим поросяткам зимой тепло. Ну, а я готовлю сегодня гороховый суп на обед на домашнем свином мяске. Добавила сюда укропчика. Пенку собираю. Сейчас супчик у меня немножко прокипит. И будем сегодня кушать. Нам будет сегодня очень вкусно. Вот такое домашнее мяско. Гороховый суп на обед. Ну, а здесь я перебрала помидоры сегодня. Отобрала бурые, красные. Хочу сделать на зиму солянку с грибами. Ну, а я пришла в кладовку, показала вам помидоры, которые я перебирала, бурые. Ну, а здесь у меня лежат перцы. Перцы я покупала, хочу сделать солянку на зиму с грибами. Вот такие перчики красивые. Здесь у меня помидоры 1,5 ящика зеленых. Помидоры домашние еще. Спеют. Я их перебираю постепенно. И что-то делаю. Какие-то заготовочки на зиму. Здесь ящик мелких помидор. Еще хочу сделать томатной пасты из помидор. Здесь у меня лежат апельсины. Покупала на тыквенный сок. Я уже тыквенного сока немножко закатала. Буду закатывать еще. Здесь лежит арбуз. Были в городе, купили 2 арбуза. У нас продаются по акции арбузы. 4 рубля. 1 штука. На белорусские деньги. Купили 2. Один съели, один остался. Здесь дынька лежит. Вот такая красавица. Ну, обзор своей кладовки я вам уже показывала. Кто-то видел, кто-то нет. Но сегодня подробный видеообзор своей кладовки я показывать не буду. Так немножко пробегусь, что у меня тут есть, чего нет. Я еще не все закатала, еще кое-что буду закатывать. Поэтому полочки у меня еще полупустые. Но немножко сделаю вам вот такой видеообзор. Кто-то видел обзор моей кладовки? У меня есть видеоролик на моем канале. Кто-то не видел. Сейчас немножко пробегусь. Ну а когда баночками я кладовку заполню, сделаю еще один видеообзор моих заготовок на этот год. Что у меня тут есть? Начнем сначала. Здесь у меня стоит баночка кукурузы. Муж покупает на рыбалку. Дальше 2 баночки у меня стоит маковой начинки покупала. Польского производства. Здесь абрикосовое повидло. Салаты с фасоли. Здесь у меня пусто. Там у меня рассольник в баночке стоят. Здесь соленые огурцы. Еще даже стоит банка с квашеной капусты с прошлого года. Уже надо бы выбросить ее. Ой, что-то я простыла, заболела, не знаю. Горло болит.
Здесь у меня различные соусы томатные, томатная паста. Заправка из перца делала в этом году. Ну, а здесь ведро у меня стоит с укропом. Укроп собираю. В этом году литра 3, наверное, собрала. По весне снова его сею. С укропа ничего не делаю, никуда его не добавляю. Только как на семена. Баночка с жиром домашним свиным стоит. Здесь у меня повидло столетнее, огурцы. Ой, помидоры, огурцы соленые, маринованные, томатный сок, тыквенно-апельсиновый сок, компот и микс. Баночки вот такие грязные, потому что сыпется с потолка. Какие-то жуки едят, вон дырки в досках. Поэтому все сыпется на баночки. Здесь у меня компот. Ой, забыла уже, даже с красной смородиной, апельсином делала. Клубничные компоты. Здесь у меня томатные соки. Еще грибы с прошлого года и борщи. Много закаточек у меня осталось из того года. Что-то сделала в этом году. Ну, вот такой небольшой обзор. Все показывать не буду, потом покажу все подробнее. Здесь начали картошку перебирать. Вот такая у нас картошка крупная. Черная, потому что она с торфяника. Она торфяник, и земля черная. Здесь картошка у нас семенная. Вот так немножко пробежалась по своим заготовочкам. Что у меня есть, чего тут нет. И чего тут только вообще нет. Еще хочу сделать солянки с грибами. Соусы вот с этих помидор нужно поделать. Сока я накатала, хватит нам. Ой, даже не знаю, что хочу сделать еще. Еще тыквенный сок буду делать с апельсинами. Заготовки еще продолжаются. В планах много чего. Много чего хочется сделать. Ну, вот такой небольшой видеообзор своей кладовки я вам показала. Когда заполнится полностью кладовочка моя, я еще не все закатала. Буду делать и солянку, и соусы, и соки. Картошку перебираем, только начали. Еще будем убирать морковку, красную свеклу. Когда заполнится моя кладовочка всеми овощами, баночками, шкляночками, покажу более подробно. Что накатала в этом году, что у меня осталось с прошлого года. Вот такая у нас кладовка. Погреба у нас нет. У нас есть просто вот такая кладовочка. Она находится ниже обычных полов. Здесь прохладно. Не знаю, сколько сейчас градусов. Так, сейчас даже скажу. 17 градусов, по-моему, показывает. Да, точно не вижу. Наверное, 17 градусов висит градусник. Но здесь прохладно и летом, и зимой. Ничего не замерзает, ничего не подмерзает. Как небольшой погребок. Вот такая у нас кладовочка. Потолок деревянный, пол бетонный. Стены глиняные, поштукатуренные глиной. Много чего влазит. Ну, вот такой видеообзор вам хотела показать. Когда заполнится моя кладовочка, покажу более подробно.